20 мая в зале районной администрации прошла 8-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». На встрече народные избранники рассмотрели ряд важных вопросов. Отдельной темой на повестке дня стал вопрос о праздновании 97-летия Северского района. Подробнее о проведении праздничных мероприятий рассказал заместитель начальника финансового управления Андрей Красиков. На сегодняшний день идут послабления ограничений со стороны соответствующих надзорных органов на санитарную службу. Кроме того, выражено пожелание населения района о том, чтобы торжественные мероприятия были проведены с целью соблюдения требований, которые у нас сохранены. Они будут децентрализованно проводиться по крупным площадкам как районного дома культуры, так и в поселке Афимском, в поселке Ильском. Также на сессии депутаты обсудили вопрос об изменениях в уставе района, восстановлении военкомата в станице Северской и местном бюджете. В этом году планируют увеличить расходную часть на организацию охраны образовательных учреждений. К собравшимся с благодарностью обратилась первый заместитель главы района Марина Наумейко. Все планы, которые мы совместно с вами намечаем, мы их стараемся выполнить в полном объеме. Конечно, выделенные средства будут использованы по назначению при проведении текущих ремонтов. Мы очень хорошо подготовились к летней оздоровительной кампании в дошкольных образовательных организациях. Я уверена, что на следующей неделе вы увидите это на сайте главы района, как сегодня выглядят дошкольные образовательные организации. Но еще много чего нам нужно выполнить совместно, поэтому спасибо за совместную плодотворную работу. Сессии Совета муниципального образования «Северский район» проходят на регулярной основе.